Снова всем привет, ребят. Сегодня хочу вам показать, как я буду делать маленькую такую обработку. Вот, обработка от муравьев и от слизняков. Так как это такие тоже довольно вредители, которые приносят нам нехорошие такие эмоции. Кушают нашу клубничку, подгрызают, портят товарный вид. Вот. Купил я вот такие вот два препарата. Слимакол от слизняков и антимедведка. Вот. Вот. От слизни идет... Тут не видно. От слизни это я уже размешал. Вот это синенькие вот эти вот гранулы, это от слизней. А красно-зеленые и желтые, они тут разного цвета, это уже идет от муравья. Именно от муравья препаратов сильно нету. Так что они вот такой вот инсектицид антимедведка, он тоже предназначен для... уничтожение муравьев, если они есть. Вот. 600 грамм, 600 грамм, если я не ошибаюсь, на 2 сотки. А, да, вот. Содержимое пакета достаточно для обработки 150-200 метров квадратных на 2 сотки. А вот такой вот препарат на 14 соток рассчитан. Вот, вот этот препарат 400 гривен стоит. А вот такое 37 вроде бы я брал. Есть Слимакс, только другой, рассыпной. На... Его не многие продают на вес. Но... решил взять этот, попробовать, как этот будет работать. Честно, запах у него очень сильный. Когда открыли коробочку, запах пошел очень сильный. Все, ребят, сейчас пойду вот это все дело рассыпать. Вот. Прям как перед Пасхой, видите? Присыпка на Пасху. Только я шучу, конечно. Нежелательно ее на Пасху сыпать. Рассыпем ее нашим насекомым. Все, ребят, есть какие-то вопросы, задавайте. Пошел я работать. Все, всем пока.